совместная работа спортивной школы 25 и федерации гимнастики позволяет как раз все время двигаться вперед. Данный комплекс у нас как раз отреставрирован недавно. Здесь проведены ремонтные работы пола, стен, крыши. Поэтому здесь комфортно проводить соревнования, тренировочный процесс. Прежде всего мотивация, когда дети знают, что к нам приедут участники из других городов, как бы у них дополнительная энергия появляется, начинает много и усиленно работать. Как бы. Они ждут этих соревнований, они очень стараются выучить новые элементы. И в основном у них всегда это все получается. Были хорошими. Мне они очень понравились. У меня в этих соревнованиях очень хорошо получились вольные упражнения. Также я научилась хорошо летать вперед. А еще у меня хорошо получился фляг назад. Но по одной сальто надо подработать.